что значит так получилось? Вышли из своих комнат. Ну хорошо, давайте быстро. Вот что. Ну что ж такое? Ну что так красиво? Это понимать? Ну, вот это невозможно. Это у меня тут был балкон, но кто-то мне взял и повесил тут вывеску. Все, это Амонгик! Это Амонгик! Амагус, реально! Точно. Всем привет, друзья! И мы тут недавно совсем записывали Йоши и Икею, и вы попросили сделать еще видео про Икею, и мы пришли в Икею. А почему? Почему? Я скажу, а вот я сейчас скажу направо, вот. Ой, я уже утащил. Утащил? Куда утащил? Вот, я вот так, чтобы поставить, чтобы покрасивее это все дело было. Слушай, ну у нас тут, я вот сейчас что-то понял, у нас тут три полноценных этажа и четвертый такой маленький. Юша, так мы же не рассказали, что будем делать. Мы же еще, да, это у нас будет, в общем, многоквартирный дом. И каждая полочка это наша квартира. Ну да, получается. А мы будем ее обустраивать? Ну, конечно, в этом-то и суть. Жаль, ее, конечно, нельзя покрасить, если честно, это вот обидно немножечко. Не, в теории можно придумать что-то. Ну, да. Ульян, ты можешь развесить ковры на стены? Да, да, да. А, ну, но там не всех цветов, кажется, есть ковры. О, ну, ты можешь тогда кубиками выложить разноцветными, как хочешь, себе стены. Только уменьшишь площадь. Ну да, есть, конечно, такие изъяны. Ну что, давайте уже, Йоши, да можешь, давайте. Конечно, увеличить. А что? Конечно, да. Я уже собираюсь. Мана, отходи, мана опасна. Ой, ну это маловато. Да, ну смотрите, маловато, поэтому, мне кажется, знаете, что мы сейчас сделаем? Мне кажется, что сделаем мы два на два. И рядышком эти, так, сейчас, ладно, сейчас все придумаем. Да, можно, можешь попробовать. Так, сейчас. Тут надо аккуратненько. Ой. А кто это такой у нас сильный? Это ладно, такая силачка. А что дальше? Ты просто повыше залезай, короче, и над собой ровно ставь эту штуку. О, давай я тебе... Сейчас, подожди, я сейчас тебе лестницу сделаю, ты по ней залезешь. Мы тут это почистим все, вот площадь. Блин, а мне тяжело немножко. Сейчас, ничего страшного, сейчас все будет. Вот, на, залезай, смотри, вот, залезай наверх. Потом ровно вверх свой взгляд, вот так вот, хоп, делай, ровно вверх. Подожди, это тяжело. Ладно, падай с лестницы. Давай, сможешь. Ровно вверх потом взгляд и ставишь сразу на ешечку. Так она не ставится. Тогда отпускаю, я сделаю. Вот. Вот это уже круто. Отлично. Что-то страшно, очень страшно. Так, ну что, можно сделать ее еще, разумеется, немножко больше. Давайте так, я возьму себе нижний маленький этажик, я его миленько обустрою как-нибудь. Или... Юша, это мой этаж, я крошка тут. Ну нет. Все хорошо, я на самом последнем живу. Ладно, выбирайте сами. Я пока построю лестницу тогда, чтобы нам всем было удобно. Давайте. Вау. А это не маловато или... Ой! Поместимся. Это ошибка была критическая. Йоши, ты что сделал? Я только нормально все поставила. Это такой, знаете, форс-мажор. Посмотрели и хватит. Форс-мажорная ситуация. Сейчас все будет. Сейчас, ребят. Сейчас все получится, я вам гарантирую. А, не, ничего не получится, мне кажется. Знаете почему? Йоши, к себе колесиком подтяни. К себе колесиком? Ага. Нет. Зачем-то я сейчас это сделала, я не знаю. Да, я тоже. Сижу, думаю, это поможет. Так, ну что, ребят, мы уже немножко подготовились и сделали такие вот из палетов подъездики, я не знаю, как это назвать. Ну, около того, я выбрала себе второй этаж, а вы какой? Ну, я, получается, на первом самом. Я на последнем. Он самый маленький такой. А я, кажется, на третьем. Алане, мы, кажется, выбора не дали. У нас там даже почему-то выход на крышу есть, смотрите. Это я сделала. У меня будет выход на крышу, у меня будет летняя терраса. Это вот, знаете, вот эти вот ребята, которые такие, типа... Да я шучу! Ой, вы знаете, я живу на последнем этаже, крыша моя. Ага. Что расскажешь еще? Боже мой, какая интонация забавная была. Я пойду вот сейчас прям на крышу устрою себе пикник, ясно, вот так-то. Вот так, чтобы вы все знали. Вот мой пикник, я сейчас накидаю здесь лимонов. Вот так-то. Вот лимоны. Лимоны для всех. Для всех жителей вот этого дома. Да. А не для последнего этажа. Вот тот же. Вот все, до свидания. Я пошел строиться. Мне кажется, кто-то тут немножко негодует. Да, Ёж? Я уже ищу в поте лица себе предметы, а еще болтает. Так, ребят, у меня кто-то оставил ствол, я его аккуратненько убираю. Вот, я хочу максимально вас призвать быть супер аккуратными. Да, потому что я уже боюсь двигать предметы, серьезно. Мне страшно, что я сейчас
Я тоже сейчас дом. Очень боялся. Вот. Все, это нормально. Так. А можно я буду ненужные предметы выкидывать? Потому что мне не хочется. Из окна? Ёши, там ты можешь удалить их, если что. А вот так вот ты, да? Вот так вот ты. Ну, нет, просто тебе же удобнее. Ну, блин, ну ладно тебе, что ты. Ну, конечно, ладно, ладно, ничего страшного, подумаешь. Я не против, конечно же. А я вот не понял, где мои красные эти, как это называется, лампы. Вообще кошмар какой-то. И их не было. Красных ламп нет, никогда не было, Ульян. Я не помню такого точно, да. Да. Вот это да. Ладно, будь фиолетовый. Вот это ты, конечно. Беда. Ну что, ребят, я думаю, кстати говоря, мы сейчас не будем строить опять миллиард часов, как мы обычно делаем дом. Вот, потому что мы можем. Вот, знаешь, Ева, вот мы без тебя записывали, когда мы, получается, записывали, ну, получается, почти все время, что. Точнее, не так, видео у нас шло почти все то время, что мы записывали это видео. То есть это прям редкость для Икеи, потому что мы реально Икею записываем постоянно там час, как минимум. Вот, а в прошлое видео вышло вот так вот, что мы просто такие хоба! Взяли, сделали, и все круто. Так что призываю вас максимально круто, максимально красиво сделать быстро. Плюс ко всему. А это сложно. Быстро и красиво. Постараться. Мы постараемся, да, мы постараемся, конечно. Ну, у нас же в прошлый раз получилось, по-моему, разве нет? Да. Ну вот о чем речь. Все, так. Давайте. Я вот себе делаю фиолетовую стену. А, серьезно, ты решил рискнуть? А я на самом деле решила не делать стену, потому что мне стало страшно, что я. Что я случайно потом мне что-то не понравится, я возьму опять же наш дом вместо стены, поэтому я решила не рисковать, да. Не испытывать судьбу, и в общем как-то так. Я тебя понимаю, но я неудержимый, конечно, в этом плане. А, понимаю. Думаю, ладно, я хочу стену, ага. Значит стена у меня будет, вот так-то. Я ее почти закончил, кстати. Ого! А я сделал ее немножко кривоватую, Ёша поэтому. Ёша скоростной. Да нет, это просто из-за того, да. Что кривовато делаю. Так, ребят, ну что, делитесь своими успехами. Лично я повесил уже два фонарика, хотел сказать, люстры, господи, конечно же, и поставил два светильника своих любимых фиолетовых. Ага, ну я пока пытаюсь, блин, найти идеальное место для моей акулки. Ага. Вот, я думаю, что она будет не одна, и я хочу сделать освещение для, собственно, для себя. Вот, я пока что думаю, как это сделать красивенько. Ага, я понял. А какое ты хочешь освещение делать? А еще понять, как это переворачивать, где там эта циферка. Да, ну, я еще пока не знаю, но у меня тут разные лампочки на самом деле. Я, наверное, сделаю что-нибудь на потолке, но это будет криво, наверное, потому что я менять это не хочу, потому что мне слишком страшно. Так, ребят, в общем, я здесь сделал себе реально офигенский просто домашний кинотеатр. Вот, вот так вот. Сзади него будет небольшая такая кухонька, самая, ну такая, ну реально небольшая. Кухонька, блин, а это же нужно. Ой, это же квартира. Не-не-не, ну смотри, не обязательно прям как-то, не знаю, как-то жестко пытаться расставить квартиру. Вот у тебя какой этаж? Второй, третий, какой у тебя? Второй. Второй, ну это достаточно высоко, можно уже вот так вот, просто я вот смотрю со своего этажа на Икею, уже довольно красиво, а тебе можно сделать вообще что-нибудь тоже прикольное, там, чтобы смотреть на, не знаю, на красивую Икею, все такое, можешь разделить как-то зоны, и вот, ну, короче, ты поняла, о чем речь, так что давай, дерзай, я думаю, что нормально это все дело будет смотреться, особо сильно, конечно, не парься, потому что у нас, ну, небольшая многокоташка, вот, и поэтому... Ну, это просто в прошлом видео мы ведь говорили об этом, мне что-то так зашло это название. Вот. Так что ты уж сильно там не запаривай. Вообще, никто сильно не запаривайтесь. Потому что здесь есть некая опасность того, что мы просто возьмем и, да. Не знаю, возьмем свой дом. А если мы возьмем свой дом, то мы его не вернем, и все, капец. Я предлагаю все равно сделать на всякий случай его дубликат. Вы там боитесь, что он будет что-то не так, но будет хуже, если мы его, ну, вы поняли, в общем. Быть может, ты и права. Кстати, насчет кухни тоже можете не переживать, я думаю, если что, будем ходить готовить к Ёше. Тут всяко недалеко по лестнице. Хорошо. Ну да, на первый этаж спускаешься и кушаешь. Да, да, очень-очень здорово, конечно. Давайте ходить к Ёше, конечно. Давайте, ладно, ничего страшного. А ты что-то возражаешь? Нет, ни в коем случае. Давайте в таком случае я прям все сделаю для того, чтобы вам было комфортно.
Так, давайте, вот тут вот такая вот у нас странная штука будет. Я говорю, вот такая вот, как будто вы все видите. Я ведь не снимаю видео, в общем, я, экран я могу, не снимаю. А я могу тебе спуститься немножечко? Да не, давайте уже тогда потом, давайте уже. Ну, да, я вот немножко сделал, уже скоро можно будет достраиваться. Типа у меня прям совсем минимализм, прям максимальный минимализм, как вам такое сочетание, ребят, а? Давайте, расскажите, ну, интересно, пожалуйста. Я такого раньше не слышала. Агась. Можно сказать, что Йоши его создатель, только, ребят, я вот очень переживаю, что у нас будут кривые комнаты. О, мы забыли совсем об этом, ребят. Капец, точно. Паника, паника. Еще какая паника? Ну, если что, каждый покажет от своего лица, вы сильно не смеетесь. А, да, да-да-да, точно. Ой, простите. Слушайте, а как у вас дела с освещением вообще? Ой, у меня все отлично. Ой, беда. У меня беда. Вообще. Беда, у кого как, видимо. Ладно, ну, а у тебя как? Вообще отлично, надо брать в динамических предметах лампу, она светит белым светом и ничего не меняет свой оттенок. А, слушай, ну пораньше бы, конечно, ты с такими классными советами. Ну, а кто вас знает? Я выбирала долго, искала себе что-то, вот и нашла в итоге. Понятно. Слушай, ну я уже, наверное, не буду ничего менять. Ну, точнее, у меня еще есть чем заняться, разумеется, но освещение я менять не буду, я думаю. Так, но я, раз уж мы у меня будем готовить, я сделаю здесь микроволновочку. Поставлю вот так вот, ты вот здесь у меня будешь стоять. А что у вас там интересненького? Может, мне уже к вам сходить? Мне просто реально интересно, прям супер интересно, что у вас там приколдесного есть. Ну, в принципе, можешь, почему бы и нет. Так, а сколько у вас процентов вообще завершено? Ой, это сложно сказать. На сколько процентов, точнее? Если честно, я не проработала детали, я не знаю, что мне тут нужно сделать, что еще не сделано, что я бы хотела, чтобы здесь было. Ну, в общем, я еще пока не знаю, что у меня тут хорошо или нет. Ну, короче, посмотрим. Может быть, я немножечко еще доработаю. Слушай, ну, у меня совсем какой-то кривой минимализм, но, знаешь, это вот как в жизни, у кого как, понимаешь? Кто-то строит очень круто, классно. Это кто сейчас? Господи, меня сейчас так напугали с этим пистолетом. Вот, кто-то строит круто, классно, вот, кто-то просто делает минимально для того, чтобы комфортно жить, кто-то вообще не парится. Вот я вот тот, кто не парится, это я. Ёж, извини, что напугала, я просто делала себе чуть-чуть поменьше шкафчик, он был слишком крупный. Ага, ага. Пон. Кстати говоря, я, наверное, сейчас выйду из своей квартиры. О, кто-то скинул кровать или что-то? Надеюсь. Так это же я. А, это ты скинула кровать? Конечно, еще я же тебя предупредила очень давно. А, слушай, я ее себе заберу, раз она тебе не нужна. А, ну вот, хорошо. Превосходно. Все, моя кровать теперь. Слушай, я выгляжу каким-то реально бездомным. Типа, моя кровать, обалдеть. Вот классно, спасибо. Ульяна выбросила кровать, а мне она как раз, как говорится. Так, ребят, все, ничего не знаю, я больше делать ничего не собираюсь. У нас опять затягивается стройка на час. Ого! Я буду сходить, хотел сказать, по этажам, и я пришел на первый, в смысле, на второй, разумеется, этаж. Но на первый, который я посмотрел, и ничего себе! Вау, какой крутой холодный свет! Вау! Да, я хотела еще фиолетовую вот эту штуку куда-нибудь прицепить, но мне кажется, что я ее все-таки... Фух, так, она удалилась, все в порядке, ничего не произошло. Опасность, опасность. Да. Слушай, ну круто, мне нравится на самом-то деле. Ой, смотри, а тут сверху, по-моему, кто-то... Мне все равно не хватает света. А, подожди, или как это? Я думал, это человек сверху там что-то сделал. Или мне кажется, Нет? Это просто так получилось. Что вы там включитесь? Нужно было немножко вот здесь. Интересно. Ну, вот так вот, в общем, получилось. А сейчас, слушай, Лена, сейчас пойду проверю на самом-то деле. Ульян, тут капец, вообще человек сверху заморачивается, просто же. Это вот те самые типы людей, о которых я говорил. Вот один чувак просто такой, ну ладно, мне так комфортно. Другой такой, ой, у нас тут дизайнерский ремонт. Третий вообще просто какой-то, я не знаю, что это происходит, что, Лана? Что с тобой не так вечно, я не понимаю. Что, тебе что-то не нравится? Да шикарно, шикарно, все слишком шикарно. И вот опять, вот смотрите, я сказал, что я закончил. Сказал это минут 5 назад, и все такие, Ёша, типа, мы так не можем. Давай,
Ага, наберешь. И я вот думаю, это опять затянется на час или вообще как это будет работать? Просто у нас... ребят, мы уже полчаса... понимаю. Полчаса уже самое. Что значит так получилось? Вышли из своих комнат быстро. Ну хорошо, давайте вот все, давайте заканчивать. Все, вот я сейчас ставлю последнюю эту штуку. Пойдем инспектировать дальше. Мне совершенно не нравится, как у меня получилось. Совершенно не нравится. Мне что-то не хватает постоянно. Давайте, давайте заканчивать. Вот сколько успели, столько успели. Подожди, вот стой, сейчас я еще игрушку положу. В смысле? Что, игрушку, я люблю игрушки. Дай мне положить игрушку. Положи, хорошо, хорошо, все. Спасибо. Все, хорошо, хорошо, давай. И сразу идем инспектировать следующий сразу этаж. Сразу идем, сразу, вот у меня будет... А следующий это Йоши, он внизу. Это ты! Пойдем к Лане, быстро. Все, бежим. Закончили. Мне не нравится закончили. Слишком все, мне не нравится, мне все не нравится. А я на Ульянин посмотрю. Кто это придумал, вот эти штуки, зачем? Там Лана упала. Ты я видела, ногу нет? сломала. Я хотела упала. Посмотреть, какая у тебя красивая квартира. Все, пойдем. Пойдем к Лане, пока ее нет, мы проинспектируем. Посмотри на эту красоту. Блин! Смотри, обалдеть, ну, да? Ну что ж такое? Ну что так красиво? Ну вот это невозможно. Обалдеть. Просто вообще, дизайнерское шок. Какое идеальное посмотри, решение. Смотри, как интересно отделили квартиру, посмотри. Да. И вот тут красивая кровать. Вот вообще шок. Так посмотри на стенки, эту стену. Смотри, это обои. Ульян, что происходит? Так что у вас ничего модельер? Не кривое что получается, это? Да? Все так должно. Не, ничего не кривое, все очень. Ну круто. Здорово. Вообще, да, кстати, да, Икея круто. Починилась. Че, год дальше тогда? Так, все, нас встречают уже здесь. Стоп, у меня... Нет! Не-не-не, все, никаких вопросов. Ладно, конечно, ладно. Конечно. Так, нас уже блин, встречают да с дверями открытыми. О. О, вот это вот, это мой стиль, я вот так всегда делаю, но сейчас так не сделал. Вот это вот, мне так нравится так делать. Мне вообще супер нравится. Прошу, присаживайтесь. Ой, я тоже сделала такую тумбочку, если честно. Ой, меня немножко подлагивает, чуть-чуть совсем подлагивает. Мигает свет, странно, у нас проблемы с электричеством. А, это перебой. Свет, а я думала подлагивать. Так, ладно, управляющая все. Компания должна с этим всем разобраться. Мы кто вообще? У нас элитный дом. Почему у нас не работает электричество, как полагается? Ребята, балкон. Вот знаете, у меня, короче, тут боком надо проходить. Вот, у меня тут был балкон, но кто-то мне взял и повесил тут вывеску, все, я пошла. Короче, знаете, вот как ты живешь себе спокойно, а потом у тебя перед окном начинают строить что-то, и все. Ай, понимаю. Вот у меня то же самое случилось. Понимаю, прекрасно. Слушайте, ну интересно. Хотя ограниченное время, ну не такое уж сильно ограничено, да, но тем не менее ограниченное время. Хоть у вас, как оно выглядит. Опс. Давайте, так, давайте. Вот давайте можно начать пойдем. С первого этажа, да, давайте. Ну давайте вниз, в общем, а то мы как еще вы у меня видели. Собрались кушать, у меня тут такая зона, где можно сначала поесть, потом это можно отдохнуть, посмотреть большой телевизор. Это кинотеатр, домашний кинотеатр. Ого, вот это реально большой. Вот здесь еда готовится, смотрите. Вот. Да. Готовится. Холодильничек тут, ну, вы видите все сами. А здесь просто мое рабочее место, мой рабочий уголок, кроватка и вот. Блин, удавка. Это же компьютер получается, да или нет? Да. Все верно. Капец, как круто. Минимализм, ребята, минимализм. Мне удобно, ну, вам приятно, всех все устраивает. Ну, вообще, да, довольно здорово выглядит. Мне, кстати, все квартиры понравились, только неудобная лестница у нас. Ой, не надо, не да. надо, я отлично ну, придумал, такое. Хорошая лестница. Если честно, вот если убрать все вот эти вот... Я очень недовольна, что я очень сделала, немножко сглупила с этими лампами, но я очень страшно было их убирать. Поэтому если убрать вот лампы, вот эти лампы, еще поставить здесь вот компьютер где-нибудь вот здесь, или какой-нибудь смотритель, ну, и так сказать, чтобы можно было смотреть, на виды Икеи, то, в принципе, меня устраивает. Ну, как будто бы вот что-то не хватает. Я вам завидую. Я сначала хотела на первом этаже жить, думала, ну ладно, будет у меня свой маленький крохотный уголок. Потом я же сказала, нет, я буду на первом, но я думаю, ну ладно, я буду тогда на последнем. Я приходила, он самый маленький, я хотела, чтобы у вас были одинаковые условия. Я так сказала сразу. Все, время прошло. В итоге я поселилась на самом высоком этаже, и у меня огромная реклама перед окном. Просто. Ну и повезло. Ты наговариваешь на меня, это вот тебе реклама. А вот это получается, Йоши и Ева спорят сейчас. Вот, это пожалуйста. Импитики, они играют. Кстати, да. Да. Не, я вообще офигеваю с вот этого, смотрите. Вот отсюда, мне очень нравится вот этот холодный свет. Не хватало просто света. И я решила запихать, просто чтобы видно было, что здесь есть кубик Рубика. Вот да, а вот здесь вот растение. Ну, мне нравится. А как ты сделала вот эти вот светильники посередине такими оранжевыми? А я не знаю, они сами по себе такие. Да, это отдельные такие светильники, насколько я знаю. Я думала, что они белые, меня обманули, представляете?
О, да. Я не обманывала, да, если что, я про другие говорила. Не-не-не, Лана, это я раньше, Лана, чем Лана сказала, я сделала, вот. Вот это вообще, вот это идеально, вот здесь смотрите. Супер, да, супер место этой штуки. Да, я тоже заметил, это я вообще, тоже хотел эту штуку поставить, круто. Но как-то такой, ой, да ладно, потом, и забыл. Да. Ну, Лана, было бы чуть побольше времени, я... В смысле читер? Потому что у тебя очень хорошо вот этот вот неоновый розовый выглядит. А попробуй сделать такой же неоновый зеленый. Сейчас или фиолетовый, нет, фиолетовый, ладно. А зеленый он так не светится, я пробовала. И поэтому у тебя вот розовый, он такой. Ой, я аж завидую, короче. Очень красиво, если честно. Ой, тут даже блок Майнкрафта есть. Ага. Это будильник, это будильник, да, Лана? Я не знаю, мне нужно было что-то поставить. Ёша говорил, мы заканчиваем. Я такая, ладно, будет блок. Так, ну и, а, ну у Евы мы уже все вместе вроде как были. Можем еще раз вернуться, почему бы и нет. Ой, ну давай. Пойдем. Я уже забыла, как у меня это все выглядит. Кстати, Ева, а ты специально не делала окна побольше, потому что я свои вот эти поувеличивала. Да я что-то забыла совершенно, что так можно сделать, а потом реально не стала убирать, потому что мне так стрёмно было. И, ребят, я вот очень, мне было страшно крепить вот эту вот гирлянду по периметру. Ага. Я думала, что это рисковое, конечно. Это очень страшно, да. И не знаю, заметил ли кто, но тут холодильник. Холодильник. Да, конечно. Это главный предмет у тебя в интерьере всегда. Слушайте, ребята, мне интересно, кто-то вообще сделал дубликат нашего дома или никто не делал? Никто вроде бы не делал. Ну, кажется, никто не рискнул. Играли, скажем так, в опасную игру. Можно попробовать сейчас сделать и посмотреть, что-то с ним случится или нет? Давайте, давайте. А давайте выйдем, может, на крышу? А потом уничтожим оба. Мы все равно заканчиваем видео. Ну да. Конечно, давайте, я буду смотреть, а вы делаете. Как? Делаем дубликат. Кто делает? Я уже. Уже, да, уже видно, что дубликат есть. Да. Ну, выглядит нормально. А, ничего не изменилось. А давайте, давайте, выходите, выходите. Давайте посмотрим на все это с улицы. Давайте, выходите. Ага, да, точно. Ульян, надо. Где Ульян? Это похоже, знаете, на какого-то монстра. И вот эта вот штука, которая мой этаж, это его зубы. Это Амонгик! Это Амонгик. Амагус, точно. Очень зубастый. Так, ребят, ну и, я так понимаю, можно торжественно уничтожить наш дом. Сносить наш дом, блин. Просто. Да, ну, давайте, давайте, вообще, обратный отсчет. Сердечко. Давайте, 5, 4, 3. А за что мы его, подождите, а за что мы его вообще уничтожаем? А, ну просто потому что мы выйдем, он уничтожится сам, поэтому мы решили его сами снести, правильно? Да, почему бы не сделать это своими руками, правильно? Да, я согласен. Так, все, обратный отсчет. 3, 2, 1, и... Нет! Что-то посыпалось! Это, господи, это лимоны с крыши попадали. Лимоны с крыши, это да, лимонный, да, дождь все, был. Так. И Ёша на кровать. Круто выглядит, согласитесь. Вау, да, действительно, очень круто. Что раньше, что сейчас? Можно было, знаете, просто пол сделать, и тогда прозрачный. Вообще какая разница, типа просто, просто, ну, прикольный дом и все. А у меня есть где пожить, можно спуститься, я у себя. А, кстати, да, смотрите, Лана выживет в любом случае, смотрите. Обалдеть. Кстати, точно. Блин, а вот это круто. Ну, вообще так тоже довольно креативно выглядит, мне нравится. Ага. Агась. По светильникам можно ходить друг к другу в гости. В общем, я останусь здесь, я буду смотреть на вас, потому что я не хочу подниматься. Кажется, мы сделали многоэтажку обе. Ага. О, кстати, да. Очень похоже. Ой, что, это, блин, получается и... Это вызов. Вызов, но мы его выполним в следующий раз. А на этом все. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, и всем пока! 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 Пока!